застройщики перед тем, как уходить в банкротство, достаточно часто вычищали свой расчетный счет, и он практически обнулялся, этот расчетный счет. То есть на этот расчетный счет уходила их прибыль, и уходили те деньги, которые люди вносили в счет затрат, не включенных в смету, то есть в сводный сметный расчет, но относимых на эту стоимость. Туда включаются затраты на регистрацию дома в БРТ, и включаются затраты застройщика, их проценты по кредитам, взятым им на, допустим, проектные работы и так далее. Поэтому вот эти вот деньги, что вносили люди на расчетный счет застройщика, они могли быть сняты и уведены. Поэтому вот эта вот норма защитит в большей степени, конечно, граждан от недобросовестных застройщиков.